У нас вот почему вот человек, ну как, у него с образованием или вообще вот эти взять институты, они что там херачат? Они не то, там не то, что надо херачат. Они вот оружие херачат, технику херачат, вот так далее и тому подобное, всякие химикаты это делают. Не это надо делать. Вообще это такие люди какие-то, я не понимаю. У нас вот мы потеряли. Вот у нас запустили ракету в космос, а можно не запускать, просто так узнать, что где что творится и так далее. Можно даже, вот я со своими мыслями, да, я найду галактику, найду так далее, и я знаю, что там какие люди живут и так далее и тому подобное. Все это переносится, вот это все переносится. Ну, а вот как сказать, как она переносится, вот это? А просто природа такие чудеса делает, что даже взять вот ученых, да, по сравнению, вот, что природа делает, да, природа делает, она такие великие чудеса делает, да, ученым, до такого ученого и никогда не будет этого ученого. А вы знаете, что такое агроном? Вот агроном. Вот этот агроном раньше был агроном. Он поля там, и это все. Вот этот агроном самый и есть ученый нормальный. Он потому что ему как бы природа дает. Он знал, когда сеять, когда что. Вот этот ученый, вот этот нормальный. Вот это великий ученый, агроном раньше был. Сейчас этого агронома уже нету. Это уже забытое слово.